Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Страница 8, упражнение номер 2. Исследуйте, есть ли рифмующиеся слова в скороговорках. Тучки, овечки пьют воду из речки. Течет речка, печет печка. Рифмующиеся слова овечки, речки, речка, печка. Объясните, как записать скороговорки так, как мы записываем стихотворный текст. В этом случае нужно записать так, чтобы рифмующиеся слова были на конце строк. То есть мы записываем так. Тучки, овечки. Следующая строка. Пьют воду из речки. Точка. Течет речка. Запятая из новой строки. Печет печка. Рифмующиеся слова овечки, речки и речка, печка стоят на конце строк. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.